Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я на обед приготовила восхитительный суп. Низкоуглеводный, конечно, без картошки, но я применила сладкий картофель. У него меньше гликемический индекс. Я его вымочила, и супчик у меня получился прекраснейший. Вот посмотрите. И теперь мы его попробуем. Я его, конечно, уже пробовала. Очень вкусный. Еще один момент. Я в конце добавила немного лимонного сока. Там я нигде про него не говорила. А вообще я когда попробовала и добавила немного лимонного сока. Ну и смотрите, как я его готовила. Повторяйте. Приятного аппетита. Сегодня я хочу сварить супчик. Как всегда, низкоуглеводный, без картошки. И для начала мне надо сделать бульон. Ну вот здесь у меня 600 грамм куриной ляшечки, тоже верхняя часть ножки. Вот из нее я сейчас сварю бульон. Я взяла 1,5 литра воды, но мне это на, как бы, на выкипание. И потом эта шкурка берется, поэтому мяса будет не так уж и много. Но бульончик должен получиться хорошим. Ну и из овощей для моего супа я, значит, взяла паприку. Вот она у меня такая интересная форма. Посмотрите, как помидор. Вот. Свежая морковь. Пучок зеленого лучка. И вот головки от свежего лука. Томат. И немного петрушки. Ну вот я нарезала все наши ингредиенты. Здесь у меня вот морковка, лучок головки, лучок зелень, значит, томаты, паприка, мясо. И я взяла еще сладкий картофель. Вот я его, видите, вымачиваю в воде. И ну и пойдем мы, значит, сейчас к плите. Вот мы пришли к плите и начнем сейчас собирать свой супчик. Значит, печку я включила. Сейчас нальем растительного масла. Лучок. Вот, лучок мы сначала бросим. Так. Так, лучок жарится. Теперь мы бросим морковочку. Сейчас у нас обжаривается морковочка с лучком. Так, ну, лучок с морковочкой маленечко зажарились. И сейчас мы бросим туда нашу курицу, которую бульон я варила. Я вот выбрала мяско. Шкурку сняла. И вот теперь будем обжаривать, пока маленечко наше мясо не зарумянится. Ну вот наше мяско тут с лучком и с морковочкой маленечко уже подрумянились. Я бульон, когда мясо варила, забыла посолить, поэтому сейчас мы посолим мяско маленечко, посолим, поперчим. А бульон потом будем уже на вкус смотреть еще. Добавим. Так, ну и теперь мы, значит, бросим паприку сюда. Все это еще обжарим. Ну вот паприка обжарилась маленечко. Теперь мы бросим туда наш томат. Ну вот, все, я думаю, что поджарилось. Теперь мы добавим сюда зеленый лучок. Весь я высыпать не буду. Я оставлю потом еще маленечко для украшения. А, посмотрите, как красиво у нас все получилось. Ну, и теперь мы будем добавлять
бульон. Столько, чтобы он только покрыл нашу... А, нет, я же еще забыла. Вот, теперь еще эту... сладкий картофель я его вымочила хорошо. И теперь еще сладкий картофель сюда. Так. Сейчас сладкий картофель маленечко. В этом... во всем пожарим, чтобы он чуточку так схватился. Вот. Ну и теперь мы будем добавлять наш бульончик. Я где-то бульон взяла на воды. Я взяла 1,5 литра. Ну, у меня бульончик еще остался, я его использую потом куда-нибудь еще. Ну вот. Больше бульона не буду добавлять. Теперь я буду пробовать на соль, на перчик. И теперь у меня этот супчик маленечко, я не знаю, думаю, что минут 10-15 поварится. Ну вот, наш супчик готов. Ой. Какая прелесть, как вкусно пахнет. Вот, посмотрите. Так, сейчас мы будем накладывать. Посмотрите, какой супчик вкусный. Так, сейчас мы сюда добавим лучку еще свежего зеленого, вот так. Петрушечку и сметанку. Вот. Наш супчик готов. Приятного аппетита. Кушайте со мной, готовьте со мной. Повторяйте мои рецепты. Если они вам нравятся, подписывайтесь, ставьте лайки. Я очень буду рада. И пока-пока, до встречи!